Сборная Сергиевского района по хоккею досрочно завоевала Северный кубок. В воскресенье наши хоккеисты гостили в Шантале, где встречались с местной командой. В первом круге успех был на стороне наших ребят, да и вообще до этого дня сергиевцы не проигрывали ни разу. Так, в предыдущих 6 поединках наша дружина неизменно одерживала победы. Однако именно противостояние с Шанталой стало для сергиевских хоккеистов самым напряженным. В Суходоле наши ребята выиграли всего 7-6. Поэтому и отчетный поединок ожидался с интересом. Но стоит отметить, гости показали великолепную игру, практически не дав усомниться в своем превосходстве. Первый период прошел в равной борьбе и завершился со счетом 1-1. Однако уже к середине второй 20-минутки счет был 5-1 в пользу Сергиевска. Гостям удался великолепный отрезок, решивший в итоге исход всей встречи. До перерыва хозяева смогли забросить две шайбы в ворота Руслана Мустафина и сократить отставание до 2 голов. 3-5. Но в начале заключительного периода сборная Сергиевского района поразила владение соперника еще дважды. На это шанталинцы ответили лишь одним точным броском. В итоге 7-4. Победа сергиевской сборной. Сергей Содомов отличился 4-жды. Дубль на счету Антона Полоумова. Илья Путинцев забросил 1 шайбу. Наш коллектив набрал 21 очко и за несколько туров до финиша турнира стал недосягаем для преследователей. Это первый большой успех сергиевского хоккея за последние 10 лет. В 2010 году наша сборная выиграла спартакиаду области и с тех пор ни в одном крупном турнире не добивалась ничего подобного. Будем верить, что это только начало возрождения сергиевского хоккея. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3».